Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня на тестах у нас умная розетка с Ateche. Это розетка с поддержкой Apple HomeKit, и работать она будет только с устройствами Apple. А для Android совместим, к сожалению, нет. Приобрести можно свободно за 3590 рублей. Давайте посмотрим, что же она предлагает. Комплект включает саму розетку и инструкцию. Здесь есть QR-код, который пригодится для добавления, собственно, в аккаунт. Выполнено в корпусе из белого пластика, внешний вид классический и аккуратный. Габарит у него компактный, при подключении в групповые розетки не будет перекрывать соседнюю розетку. На боковой грани кнопка управления нанесена, с помощью нее можно будет включить или выключить питание вручную. А рядом еще один QR-код, то есть можно будет как с инструкцией, так и с самой розетки. Ateche сопровождается традиционной евровилкой с заземлением, розетка также идет с заземлением. К ней можно будет подключать бытовые приборы с общей мощностью до 2300 Вт, 10 ампер. Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения Ateche Home. Добавление проходит простым сканированием QR-кода на боковой грани. Смартфон сам передает данные по беспроводной сети. Для связи используется Wi-Fi. После добавления можно будет выбрать комнату, тип и присвоить имя. Для упрощения поиска в последующем. Главный экран отображает список подключенных розеток. Есть готовые сценарии. Доброе утро, ухожу из дома, прихожу домой, спокойной ночи. Например, активировали сценарий «Ухожу из дома», будет включаться все бытовые приборы, светильники, а для «Прихожу домой» будет включаться, например, обогреватель, кондиционер заранее. Сам список действий вы можете задать самостоятельно, это просто примеры. Еще один вариант – это автоматизация. Здесь можно задать условия, например, время, 9:00, любое время, и будет срабатывать включение или выключение. Вот в таком духе. Для розетки можно посмотреть данные по текущему и общему энергопотреблению с расчетом затрат на электричество. Розетку с Ateche после добавления также можно интегрировать в общий умный дом Apple HomeKit. Отображаться она тут будет автоматически. Тут также распределяется по комнатам, есть управление голосом. Насколько я знаю, пока только на английском, если использовать колонку от Apple. Точнее, подскажут сами пользователи, я сам чаще всего пользуюсь Android-системой. Подводя итоги, то с Ateche будет интересно именно в первую очередь владельцам устройств от Apple, а для других она, к сожалению, несовместима. Позволяя при скромной стоимости, опять же, в сравнении с устройствами Apple, добавить для любого бытового прибора или светильника управление с экрана смартфона, планшета, телевизора, а также взаимодействие голосом. Аккуратное исполнение, простое добавление, сценарий автоматизации. С удовольствием обсужу с вами розетку с Ateche. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.